Adhadanam dantaistinam idam jache punaha punaha simadarupa padambhujadhuli svangjam janmani Adhadanam stinam Adhadanam stino dantairidam jache punaha punaha simadarupa padambhujadhuli svangjam janmani Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Saraswati Goswami Thakur Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, те, кто обрели вкус к Ананья Баджану, те, кто испытывает вкус к Ананья Баджану, для них нет никакой опасности. Никаких больших проблем не может возникнуть в их жизни. Ананья Баджан — это серьезная вещь. Я уже говорил о Вайди Бхакти, о Рагануга Бхакти и так далее, о различных препятствиях, проблемах, которые могут возникнуть. Я хочу более подробно рассказать об этом. В действительности, Шрила Прабхупад говорит, что Кришна Сева из Бенгали это переводится как Кришна. Служение Кришне — это вопрос о пракритадехи. Имеется в виду, что в материальном теле никто не может служить Кришне. Кришна-сева, служение Кришне, может быть совершено только с помощью трансцендентного тела, апракрита-шарира. Если кто-то внешне пытается, постичь сидасварупу, в то время, пока он не обрел трансцендентное тело, наш ум он также материален. Если кто-то хочет совершать служение, Дас Госвамипад никогда не говорит о таком служении. Имеется в виду о материальном. Сева садаку рупено сидду рупено чатрии тадбхаво липшу карья бруджо локану сарата. В этой шлоке говорится о двух составляющих бхакти. Служение, которое может выполняться с помощью материального тела, и затем после обретения трансцендентного тела можно совершать манасисеву в уме. Но тут речь идет не о материальном служении. Когда тело становится трансцендентным, все одухотворяется. Ум также одухотворяется. И в этом случае вы можете осуществлять два вида преданного служения. Первое — внешнее. Кришнадас Кавираж Госвами описывает это. В Чайтанья-чаритамрите сказано, что существует два вида садханы. Одна это шравана киртана, то, что совершается материальным телом под руководством Шри Гуру Вайшнавов. И второй вид — это
с помощью трансцендентного ума. Речь идет не о каких-то умственных измышлениях. Прабхупад говорит, что с помощью грубого и тонкого тела невозможно служить Кришне, тому, кто является апракрита васту. Мы уже знаем о том, что трансцендентные объекты апракрита харинам, апракрита дхам, апракрита лила, мы не можем понять их, даже прикоснуться к ним невозможно для нас в нашем нынешнем состоянии. Они непостижимы для нас. И таким образом, с помощью нашего грубого и тонкого тела, мы не можем служить трансцендентным объектам, дамнам, парикарам, спутникам и так далее. С помощью апракрита шарира, то есть трансцендентного тела, служение может быть выполнено. То есть имеется в виду, что служить можно только в трансцендентном теле. С помощью, как я уже говорил, Санатана Госвами говорит, что если вы слушаете Харикатху постоянно, постепенно, очень-очень быстро, вы забудете обо всем, что связано с телом, о своем теле, то есть ваше тело, ваш ум одухотворятся. Поэтому я хочу напомнить вам, когда вы забудете о своем теле и всем, что связано с ним, хотя внешне будет выглядеть, что оно состоит из пяти элементов материальной природы, тем не менее оно будет трансцендентным уже. Материалисты не могут видеть своими внешними глазами. Трансцендентные вещи. Когда вы будете совершать служение, могут проявиться различные виды симптомов, различные виды проявлений. Честно говоря, я очень не удовлетворен, мне не нравится, что я пытаюсь перевести на английский трансцендентный, то есть термины санскрита и бенгали. Это практически невозможно, потому что на английском нет подходящих слов. Но я вынужден это делать. То есть материальный ум всегда обречен на поражение, обречен на ошибки. Без милости Гуру и Вайшнавов, пока вы не приняли должным образом прибежище Гуру и Вайшнавов, процесс этот не венчался, не стал совершенным, ваш ум будет постоянно... Он постоянно обречен на ошибки. И то, что за пределами постижения ума, называется апракрита. Таким образом, апракрита сева может быть совершена только при одном описанном здесь Рупа Госвами Падом условии. Он очень ясно говорит, когда вы сможете получить эту
возможность служить Апракрита Дхаме Бхагавану. Шрила Рупа Госвами ясно говорит в Бхакти Расамрита Синду. Апракрита дам нам за пределами нашего понимания. Рупа Госвами подпишет в Бхакти Расамрита Синду, что это за пределами нашего понимания. Это непостижимо для нас. Нашим материальным телом, умом мы не можем прикоснуться к этому. Не можем понять этого. Поэтому Шрила Рупа Госвами Пад говорит: Кришна Намади. Ясно, Рупа Госвами Пад говорит, что Кришна Намади означает Кришна Нам, Кришна Руп, форма Кришны, игры Кришны, Вайшишта, Дхама и так далее. Ади означает и так далее. Поэтому, то есть тут идет перечисление, поэтому применяется это слово. Для нас совершенно невозможно понять эти трансцендентные вещи, применив наш материальный ум. Мы не можем видеть наш ум. Хотя это орган чувств. Есть 5 внешних органов чувств. Есть 5 внутренних органов чувств. Но ум возглавляет всех их. Он командир всех чувств. Когда ваш ум не взаимодействует с физическими действиями, ваше действие, оно не может быть завершено. То есть, имеется в виду полноценным. Допустим, если вы живете в Навадвипадхаме, ваш дамавас не совершен, и ваш ум не присутствует здесь. То есть ваш ум где-то еще. В этом случае ваш дамавас, он полностью провален, то есть он не настоящий. Госвами Пад говорит, что если возможно, нужно находиться в дхаме физически и в уме, и умом, и физическим телом. Если же невозможно физическим телом, вы всегда должны пребывать в святой дхаме на уровне ума. А ум — это командир всех органов чувств. Но в то же время уже было сказано, что материальным умом невозможно постигнуть, прикоснуться к трансцендентным вещам, таким как дхамма и так далее. В этом отношении тут приводится одно условие. Когда мои органы чувств хотят исполнять какое-то, совершить какое-то служение, вдохновлены на служение, в это время когда появится у вас рвение, в это время язык ваш автоматически будет произносить
Апракрита Харинам. Трансцендентное святое имя. Если вы выразите, покажете настроение служения, тогда Харинам затанцует на вашем языке. Поэтому вчера я сказал, что Сиддханта Вичара Радхарани, то, что Радхарани говорила Кришне на Курукшетре, что у обычных людей они что-то говорят, а ум их где-то еще, то есть они в одном месте, а ум где-то еще летает. Но мой ум не таков. Весь мой ум наполнен Вриндаваном. То есть, когда ваш ум занят, нет возможности ничему постороннему войти в него и беспокоить его. Те, настоящие рогануга, преданные. То есть, та шлока, с которой я начал, она очень описывает настроение смирения. Народ Натакур пишет, поет в киртане, что я не могу совершать баджан, потому что мое положение очень плачевно. Без Кришна Баджана я не могу. То есть я умру без Кришна Баджана. Вишай означает материя. Материя подобна яду, настоящему яду. Говорится, что я постоянно наслаждаюсь материей. Но тем не менее, никакого отречения не взросло во мне. Таково мое состояние. Я не испытываю никакого вдохновения. Мой ум не погружается в горы Киртан. Я вовлечен в материальные вещи. Поэтому Народ Нанда Стакур выражает смирение в этом баджане. Для чего мне жить? Какова? Для чего я живу? Для того, чтобы насладиться вкусом. Каким вкусом? Каким счастьем? Почему Народ Нанда Стакур? Почему бы на Народ Нанда Стакур просто не умереть? Почему бы мне просто не умереть, говорит Народ Нанда Стакур? Также вы можете припомнить шлоку, написанную Рупа Госвами Падом. Надо очень ясно понять шлоку «Утсаха нищая дарят». Если мы не поймем ее, невозможно будет дальше продвигаться.
Рай Рамананда говорит Махапрабху. А према бхакти. Но есть различные премы бхакти. То, чтобы взрастить лобху. Мы не понимаем должным образом, что есть Сваруп Сиддхи, Васту Сиддхи. И Прабхупад говорит в отношении этого. Повторение чистого харинама — это процесс, с помощью которого можно войти в Рагануга Бхаджан. С помощью воспевания харинама, с помощью харинама, в котором будет задействован ум полностью. Какие-то особые вещи могут прийти, которые дадут вам знания. То есть имеется в виду, что вы получите понимание, кто вы есть на самом деле в Кришналиле, наверное. То есть такие случаи происходят постоянно. Когда я был на Сурьякунде, Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж услышал от кого-то, что без понимания своей сидда сварупы баджан бесполезен. Он плакал, плакал. Однажды, в один день, он до такой степени дошел, что, то есть, очень плачевное состояние было, что как бы он очень переживал по этому поводу. Он думал, что, получается, все, чем я занимался, мой баджан, он несовершенен, он бесполезен. И он прыгнул в Сурьякунду. И с Кришнадас Бабаджи Махараджем было то же самое. Наверное, хотел утопиться в Манасе Ганге. И после этого он получил информацию, он получил это знание, кто он есть на самом деле. Это милость Радхарани. И таким образом Прабхупад говорит, если кто-то... То есть совершение баджана под руководством чистых гуру вайшнавов. Если ваш гурудев совершенен, вы будете повторять святое имя. Постепенно вы дойдете до того, что обретете знание о том, кто вы есть в Кришналиле. Но искусственным путем невозможно этого обрести. Когда все анартхи уйдут, проявится сварупа.
И когда это произойдет, ваша нитья-прити, ваше вечное служение, ваша вечная природа, я не могу сейчас, то есть я не могу перевести слово према, просто называя ее любовью, это неправильно. Просто слово любовь не является полным переводом премы, слово према. Но тем не менее, по милости Прабхупады, я буду стараться, чтобы донести до вас, чтобы вы что-то могли понять. Прабхупад говорит, когда ваша нитья-сварупа проявится, ваша вечная природа, вы почувствуете ее в сердце. Но искусственным путем никто не сможет помочь вам обрести это знание о вашем вечном служении. Но если вы будете совершать без лицемерия, повторять без лицемерия Харинам, автоматически вы обретете это секретное знание, сокровенное знание. В таком случае необходимо прийти к своему садгуру, который является Рагануга гуру. Нарада Такур говорит, что различные вещи, которые открываются вам в баджане, во сне вы можете получать информацию или как-то еще. Вы не должны говорить об этом обычным людям, потому что иначе вы потеряете это. Это возможно только Гурудеву открывать. Шикша Гуру, Дикша Гуру, чистым Гуру. Таким образом, если во сне вы получите какую-то секретную информацию, вы должны обратиться к садгуру. Если же садгуру уже ушел, отправиться к шикшагуру, тому, кто совершенен, кто обладает любовью к вашему дикшагуру, а также глубокими реализациями в баджане. И нужно рассказать об этом Шри Гуру. Тогда вы получите поддержку от него, то есть имеется в виду подтверждение. То есть необходимо все это подтверждать от у гуру. Если кто-то будет представлять какие-то неподлинные факты, Рай Рамананда Самвад — это серьезная вещь. В Бхактина Такур в Уджала Нилама Нихаринама Чинтамани Рай Рамананда Самвад хочет представить различные секретные вещи. То есть, что допустим, существует 11 бхав. 7 бхав. Что такое самбанда гьяна? Например, допустим, когда вы получаете приветствие у Гурудева, вы получаете вот эту сварупу, дживера сварупа хоя, кришнара нитянас. Это нечто такое основополагающее. Но что же является вашим служением Шри Кришне, каков ваш возраст, какой ваш облик, какова ваша
группа, в которой вы служите, какова ваша одежда, какое у вас спецзадание. Где вы живете? К чему у вас глубокое влечение? Народ Мудас Такур пишет в отношении этого в своем киртане. Наратам Такур из своих глубоких чувств выражает свои глубокие чувства. Когда мой Гурудев Локанат Госвами приведет меня за руку к Рупи Госвами и скажет, что это мой дорогой, близкий слуга, которого я хочу предложить тебе, твоим лотосным стопам, когда это произойдет. Я жду этого дня, потому что цель наша такова. И затем Наратан Дас молится, поет, могу ли я обрести вообще в этой жизни такую удачу? Саман Чампака Манджали. Его сварупа такова. Наратан Такур говорит, появится у меня такой шанс или нет? Такая удача. Так что Нармасаки придут и начнут контролировать мои действия, начнут указывать мне, что нужно делать, что нет. Так он выражает свое полное предание Саки Манджари. То есть, когда они начнут учить меня, начнут ругать меня, когда я обрету такое выражение их любви. Прабхупад говорит, что некоторые то есть на Радхакунде очень за 5 рупий очень легко там понять, кто ты в духовном мире. За 5 рупий они вам откроют вашу сварупу. Но Прабхупад объясняет, что это не тот процесс, с помощью которого можно познать свою истинную природу. Из Джайва-дхармы мы знаем очень ясно, что иногда происходят чудеса. Например, история про Вайшнава Даса, который пришел из Варанаси. Прежде он был в Майаваде, затем он изменился, и сердце его изменилось, и он пришел к Парамахамса Дас Бабаджи Махараджу. Он был Сида Маханта, и он постоянно совершал вечное свое служение в уме. И в то время, когда Вайшнава Дас уже получил инициацию, он совершал свое служение, он уже получил место в сердце Шри Гуру, когда это произойдет, то есть это очень серьезная вещь, когда Садгуру благословляет ваш баджан, когда сердце ваше полностью
едино садгуру, вы очень удачливы в таком случае. И Вашнавадас был майвади, но по милости садгуру, Парамахамса гуру, он обрел полную милость и смирение. Он был настолько смиренен, что каждым своим шагом он выражал смирение. Он также защитил собрание вайшнавов, то есть всех вайшнавов защитил честь. Он Вайшнавдас был пандитом, он знал все, но проблема в том была, что он был майвади, он знал все шастры. Но сейчас, когда же он обрел бхакти, все его знание стало просто украшением для него. Его украшением. Разные люди приходили спорить с Бабаджи Махараджем, и Парамхамса Дас Бабаджи Махарадж давал возможность им, давал возможность Бабаджи, Вайшнавадасу, чтобы тот приводил различные доказательства из Писаний. Чтобы защитить славу сампрадая, мы должны действовать. Имеется в виду, что мы должны защитить сампрадая. Но вот мы хотим всем показать, что мы великие вайшнавы, что нам не нужно ни с кем сражаться, что мы такие смиренные. Но, Ария Махарадж, мы нуждаемся. То есть мы должны защищать сампрадая, мы должны спорить, мы должны сражаться, мы должны отстаивать честь сампрадая, истину. Но ради пратиштхи, ради славы мы готовы на компромиссы, наверное, тем самым продавая славу, честь сампрадая. Таким образом, очень рано утром, 3:30 или 4:30, Бабджи Махарадж совершал харинаму, слезы текли по его щекам. Постепенно Бабджи Махарадж указал Вайшнавадасу, дал указание. То есть Вайшнавадас еще не познал свое положение в духовном мире. И как говорит Прабхупад, что иногда происходят чудеса. Когда Вайшнавадас совершал харинам, Мадхава Кунджа, Бабаджи Махарадж совершал харинам, и постепенно он открыл глаза, не до конца. Он сказал Вайшнавадасу, он не назвал его по имени, он обратился к нему с его трансцендентным именем. Он говорит: «О, Саки, ты должна быть осторожна, внимательна по поводу своего служения. Вриндадеви говорит тебе, никаких препятствий не должно быть в служении нашем». То есть Рада Кришна сейчас отдыхает, и быть очень внимательна, никто не должен побеспокоить их, никто не должен разбудить их. И таким образом, Парамахамса Дас Бабаджи Махарадж раскрыл нам его Сида Сварупу. То есть он совершенно внезапно начал говорить ему это, то есть, имеется в виду, открыл ему это, обратился к нему, с его трансцендентным именем. Он сказал, что «Саки, будь осторожна, Вриндадеви тебе дает знак, не должно быть никаких беспокойств у Радхи и Кришны». И тогда Вайшнавадас понял, осознал свою трансцендентную природу. Это очень редкий случай, но порой такое происходит. Сида Маханты могут рассказать вам о вашей природе трансцендентной.
Потому что Вайшнавдас не был обычным преданным. Он, то есть его состояние уже было таковым, что все его органы чувств были погружены в рвение к служению Апракрита Харинам Прабху, Кришна, Дхам, Нам, то есть всем составляющим. И поэтому Вайшнавдас обрел эту возможность, то есть получил это. Иначе это невозможно. И таким образом искусственный процесс не приведет нас ни к чему. Если мы примем прибежище нашего материального ума, мы обречены на падение, на неудачу. Нарутандас Такур дает нам указания. Может проявиться трансцендентный ум. То есть необходимо Бхагават Махапурану вгрузить в... То есть всегда обращаться к нему, потому что это высочайший праман, доказательство. Бхактина Такур пишет: потому что ты никогда не хотел обрести истинную саду-сангу, санкирт, совершать настоящий санкиртан, но интересуешься сахаджиями, хочешь запрыгнуть на верхушку. В своем Вайшнаваке Прабхупад написал, кто есть Вайшнав. Он говорит нам, что когда вы совершаете чистый киртан, он поможет вам вспомнить, увидеть все. Все лилы предстанут перед вами в уме. То есть таков процесс, показанный нам Шрилой Прабхупадой. С помощью могущества чистого киртана. Это возможно, поэтому в Бхаджана Рахасе также говорится. Шрила Бхарати Госвами Махарадж также говорил об этом. Я повторяю. Вы постоянно должны памятовать о лиле. Но санкиртана, подлинная санкиртана, невозможно ее совершать кому угодно. Бхаджана Рахасе дается указание Бхактивинода Такурам, что когда вы сможете совершать
совершенную санкиртану. В кругу преданных, которые схожи с своим настроением с вами, кто в том же настроении, что и вы, в таком случае вы получите совершенство чистого Рагануга Баджана, то есть сокровище чистого Рагануга Баджана. Тех же, кто То есть вайранга в этой шлоке означает, обычно это означает посторонние люди. Тут речь идет о том, кто испытывает какую-то другую расу. Когда много разных преданных, в таком случае имеется в виду санкиртану можно совершать в собрании преданных, которые находятся в разных настроениях, но какие-то глубокие темы, бхавы, Махапрабху всегда выражал в кругу своих близких спутников. Каких-то, то есть имеется в виду, что в тесном кругу единомышленников, в узком кругу единомышленников. То есть можно получить удипану. Удипану — это когда какие-то внешние вещи напоминают вам о Кришне и наталкивают вас на глубокие чувства. То есть это помогает вам увеличить, развить свою бхаву, свои чувства. Так Прабхупад говорит, что нирджан баджан невозможен, когда вы будете совершать киртан без остановки. Все лилы проявятся в вашем уме. Только в таком состоянии, только вот в таком случае вы можете отправиться совершать уединенный баджан. В противном случае это невозможно. Почему Горкишор Дас Бабджи Махарадж закрылся в общественном туалете? Для того, чтобы никто не мог обеспокоить его. Потому что внутри его сердца были все лилы проявлены. Таким образом, мы должны следовать процессу, данным нам нашими предыдущими ачарьями. Мы не должны пытаться запрыгнуть на верхушку. Невозможно обрести Кришна прему
искусственным путем. Вчера я говорил об этой шлоке. Если же вы совершите какую-то ошибку, жизнь за жизнью, говорится в Чайтанья-чаритамрите. В Чайтанья-чаритамрите все в деталях описано. В Чайтанья-чаритамрите нет ничего, что, чего бы не было. То есть в Писании Рупы Госвами нет ничего, что, чего бы не было в Чайтанья-чаритамрите. Все там. Прежде всего, нужно понять, что если даже жить за жизнью пытаетесь совершать баджан, но если этот процесс несовершенен, если он ошибочен, вы не сможете обрести нашу высшую цель. Я говорил о Санта-расе в прошлые дни. Санта-бхакти означает также и Бхава-бхакти. В этом случае, то есть вы можете обрести чувство, то есть осознать Сачидананда Виграху, Параматму. Это очень, имеется в виду Бхава, это очень спокойно, нет никакого беспокойства в Шантарасе. Вот эти качества будут можно найти в Кришне. Я перепрыгну, то есть пропущу тут некоторые вещи, иначе вам будет опять скучно. Вчера я уже писал некоторые категории, я не буду вновь к ним возвращаться. В Шантадасе, в Шантарасе. Бхакты. Даша Бхакти Рас, I already categorically told. Дася Бхакты. So, Бхакти Сагал can be divided into three categories. Могут быть разделены на Нитья Сиддху. And some Садхан Сиддху. И на Садхана Сиддхи. Okay. And some Садхак. Садхак means still today doing bhajan. Садхи означает те, кто по сей день совершает баджан. One is Нитья Сиддху, one Садхан Сиддху. One is still today doing bhajan with full mood. So Krishna charan dhuli, dust particle from the lotus,
Пыль с лотосных стоп Шри Кришны, Кришна Прасад, Учишта. Все это удипаны, с помощью которых мы можем почувствовать больше и больше эмоций духовного плана. This dasarasa also I categorically told sometimes different kind of moods I already told. В дасарасе. Я уже говорил об этом, что преданные исполняют наставления Шри Кришны, и там присутствуют тоже разные настроения. Те, кто, ну, например, Брахма, Шанкар, это адикрита бхакты. То есть им Кришна дает особые поручения, и они исполняют их. Те, кто Шарана Бхакта, те, кто приняли, в конце концов, прибежище Кали, Джарасанда, они и так далее. Многие цари были в тюрьме Джарасанды. Которые приняли, наверное, прибежище потом. Затем те, кто совершали баджан, Навайогендра, Санакади Муни, затем Севаништи Бхакты, Харихар, Бахулашья. В десятой песне Шримад Бхагаватам это широко описано. Есть также такие, как Удава, Шукадева, Упананда. Они спутники Паришат Дасья Бхакты. То есть разные категории есть в Шанта-расе. То есть разные есть подождение, прямо снеха, рага. Точный перевод невозможен. Я стараюсь, но по милости нашей Гуруварги. Но суть в том, что на английский это не перевести. Шрадха — это вера в Шри Кришну. Сильное убеждение, что, служа Ему, все остальное исполняется. То есть, имеется в виду, не остается больше никаких обязанностей. Как мы приводили пример, когда дерево поливают, когда его корни поливают, питается все дерево, и листья, и макушка дерева, и ветки. Таким образом, человек, который обладает шрадхой, благодаря общению с Шигуру и Вайшнавами, прежде человек мог быть в условном состоянии, но постепенно шрадха увеличивается. Прежде она камал шрада, то есть имеется в виду мягкая, тонкая шрадха. Предшествующая настоящей вере шрадха, она может в любой момент уйти. Преданные спрашивают, почему многие преданные приходят на совершать преданное служение и в конце концов уходят. И ответ на это таков, что большинство из них обладает камал-шрадхой, то есть мягкой шрадхой, то тонкой шрадхой, которая нестабильна и в любой момент может быть разрушена.
После того, как преданный получает общение с Шри Гуру и Вайшнавами, их ум становится стабильным. Имеется в виду, вера становится стабильной. И они получают шастрия шрадху. Те, кто взрастили свою камал-шрадху, то есть камал-шрадха в любой момент может быть разрушена. И тот, кто обладает такой верой, в любой момент может быть, может потерять свою веру. Когда духовная шрадха, та, которая является семенем бхакти, то есть есть два вида шрадхи. Одна... Есть два вида шрадхи. Обычная шрадха, которая на материальном уровне, другая, та, которая на духовной платформе. Твердая вера — это семя бхакти. Другая, вот та, о которой говорили прежде, это не является семенем бхакти. Когда мы видим, что, например, ваша мама ходит в храм, поливает туласи, или ваша бабушка, и вот благодаря им вы развиваете тоже какую-то привычку. Это называется мягкая шрадха, кама-шрадха. Вы просто следуете своей бабушке или маме и не понимаете, почему, для чего это делать. Просто по привычке делаете. Это есть кама-шрадха, мирская шрадха. Затем вы можете развить настоящую шрадху, которая даст вам продвижение в вашей духовной жизни. Которая является семенем бхакти. Бхакти Сандарпе это описано. Думаю, вы ясно поняли, что есть шрадха. Затем садусанга. Что такое садусанга? Если вы думаете, что все садусанга, например, саду дает какую-то лекцию, я могу прийти, послушать лекцию, потом принять прасад и готово. Но нет, это не так. Это означает глубокое желание быть в обществе саду. Даже если у вас нет возможности обрести эту саду-сангу, послушать ли, прийти, послушать лекцию, просто если вы в уме обладаете этим желанием, если в сердце обладаете желанием, быть в обществе саду для того, чтобы изучать духовную науку, для того, чтобы продвигаться в бхакти, обрести реализацию о Господе, и ни для чего иного. Мы можем предлагать поклоны. Это говорит о том, что вот этот стих говорит о том, что Вайшнава — это Калпатару. Если я с какими-то отличными желаниями предлагаю поклоны Вайшнавам, например, я хочу поехать в западные страны, или хочу жениться на ком-то, или еще что-то, какие-то посторонние желания, то они могут якобы исполнить эти желания Вайшнава, потому что они Ванчакалпа. Поэтому необходимо приходить в общество с вайшнавами только лишь для того, чтобы изучить духовную науку, научиться баджану, только лишь для того, чтобы обрести духовные реализации о Господе. Но кто же есть саду, возникает вопрос. Есть много различных симптомов саду, которые описаны в шастрах, но мы настолько глупы, что до сих пор не имеем ясного представления. Но это, ну, то есть не можем до конца понять. В пятой песне, в третьей песне Шримад Бхагаватам описано много-много разных симптомов. Сейчас я хочу поговорить об этом. Саду обладает разными качествами. Например, он всегда добр.
Он никогда не испытывает враждебности никому. Он ни в ком не видит врага. Готов терпеть любые препятствия, трудности в его жизни. Он постоянно думает обо всех нас. С улыбкой он готов страдать. Он любит истину. То есть от всего сердца он любит истину. Есть два вида. Истина. Внешняя, абсолютная. Он не позволяет грязным мыслям загрязнить свой ум. Это то, что мы не должны делать. Мы должны следовать процессу Чайтадарпана Марджана. Мы не должны позволять грязным мыслям завоевать наш ум, загрязнить. Никогда саду не позволяет грязным концепциям, грязным мыслям загрязнить его, осквернить его. Он смотрит на всех с равной любовью. На всех у него один, как бы, как сказать, один взгляд. Нет у него материальных желаний никаких. Когда материальные желания приходят, темнота опускается, кама, желание обманывать, наклонность обманывать. Кришнадас Карар Госвами пишет. Есть подразделения, такие как дхарма, артха, карма, мокша, этих желаний, подразделения. Дхарма, артха, карма, мокша. Есть много разных дхарм, социальные, разные неправильные понимания этого понятия. Имеется в виду дхарма, не дхарма, а Бхагавания. Затем артха. Применив свою энергию, можно обрести какие-то богатства. Артха — источник всех страданий, говорит Шанкарачарья. Если артха не обладает связью с Кришна-севой, появляется анартхия, она приводит к анартхам. То есть...
артху, свое богатство мы используем, получается, не в служении Кришне, а в служении самому себе. Таким образом, эти три мокша также очень редка. Мокша редка. Это не шутки, это серьезная вещь. Мы не можем обнаружить. То есть редко встречаются люди, кто обладает этим мокшей. И, ну, многие думают, что то есть цель этой мокши, она такова, что якобы человек сливается с абсолютом, и у него нет больше проблем. Это полностью ложная концепция. В таком состоянии вы не сможете никогда обрести бхакти. Таким образом, не должно быть никаких материальных желаний, которые затаились в вашем сердце. Нужно быть то есть контролировать себя. Что это означает? Быть под контролем Шри Гуру и вайшнавов. Не должно быть, что возникают какие-то желания, хочу это, хочу то. И это называется самоконтроль. Всегда чистое поведение, чистый образец поведения является преданный саду. Он постоянно на расстоянии. То есть имеется в виду, что он не беспокоится о будущем, он акинчан, нишкинчан. Он зависит только лишь от Кришны, постоянно памятует о Кришне, постоянно зависит от Него. Полон сострадания. Щедрый. И непоколебим. Никакими вызовами, провокациями. Он не находится под контролем голода, жажды и так далее. Я уже давно как-то объяснял симптомы Махабхагавата Вайшнава. У него нет желания почтения, чтобы другие почитали его. Но он всегда выражает почтение каждому, и он добр, дружественен ко всем. Сердце его полностью в связи с Бхагавататтва-Вигьяном. Он То есть для того, чтобы с кем-то начать. То есть для того, чтобы найти такого вайшнава, нужно приложить много усилий. Тысячу раз надо подумать. То есть очень редко чистое общение. I already told
preliminary sadhu sangha can grow you, preliminary yoga can some backing, but second sadhu sangha can give you some. То есть начальная саду санга может вас как-то поддержать, затем это саду санга. То есть, как уже говорилось, прежде шрадха очень тонка, она из этого она материальна. Затем с помощью саду-санги вы ее развиваете тем, что расширяется ваше понимание, как совершать баджан. Затем вы приходите к тому, чтобы принять прибежище, что необходимо принять прибежище садгуру. И с помощью садусанги вы можете понять, с помощью вайшнавов вы можете понять, какого гуру вам нужно выбрать. И происходит адау гуру падашрая. Вы предаетесь стопам Шри Гуру, как Алоканат Дас Госвами в истории Наротам Дас Такур. Пропустила немного. Поняв все эти характеристики асаду, все эти характеристики саду, то есть после вы приняли прибежище, и потом начинается баджана крия. Это огромный процесс. Баджана крия — духовная практика в состоянии духовной, то есть вообще в состоянии обусловленности. Есть два вида этого ништха и аништхита. Махапрабху говорит, что когда у вас есть ништха, полная вера, сегодня или завтра определенно вы получите прему на своем, то есть в своей практике. Эта према будет делиться на два вида. Первая — ништхита, то есть стабильная према. Я прошу прощения, речь идет не о преме. Ваша баджан будет устойчивый и неустойчивый. Вишванат Чакраварти Такур пишет в Мадхурья Кадамбине, что иногда вы можете встретиться с разными состояниями в своем баджане, например, уцаха мои, с разными настроениями. Это когда вы испытываете величайшее вдохновение что-то делать.
То есть иногда у меня полно энергии что-то делать. А через какое-то время человек теряет всякое вдохновение. На английский сложно перевести это понимание. Это подобно как ребенок, который начал читать, он читает, читает, он думает, что я так много могу, или начинает ходить. Он встает и падает, несколько дней спустя он плачет: «Мама, мама, возьми меня на ручки». Мама говорит: «Давай учись сам ходить». И начинает, то есть, ну, то есть вот таков процесс. Затем Гьяна Тарала. Тонкий-тонкий, то толстый-тонкий. То есть густой жидкий, имеется в виду, что противоположности. Иногда прогрессирует человек, иногда деградирует. Иногда у него есть энергия, иногда нет. Таков процесс духовной бхакти, как студент. Иногда у него много энтузиазма, вдохновения, силы что-то делать. Иногда он все теряет. Затем Бьюда Викалпа. Иногда брамачари думают: о, этот мат сейчас в таком состоянии нехорошем, мне лучше вообще его покинуть и вернуться домой жениться. А когда он дома, он думает: о, лучше мне, зачем я женился, надо мне назад, матх. После этого Вишая Сангара. Сражение с собственным умом. Сражение с желанием наслаждаться материальными вещами. Мы говорим себе: нет, я должен быть, то есть я не должен этим наслаждаться, я должен отречься от этого. Как, например, в воде, когда крокодил, если вас крокодил поймает, вы будете сражаться с ним. И вот такое же сражение можно сравнить и с этим. Иногда преданные побеждают, иногда их побеждает их материальное стремление, то есть материальное желание наслаждаться. Затем следующее, как, например, Пурушоттама Врата Махарадж, то есть называется Ниямакшама. Ну, например, я обязан себе повторять лак харинам. Два дня человек повторяет, а потом говорит: о, Махарадж, мне спать охота. Невозможно.
Ну ладно, я наполовину буду повторять. Я, например, Пурушоттама Врату соблюдать так же. То есть имеется в виду, что решительность, но не способность исполнять данные обеты. И так вот каждый раз в таком состоянии человек постоянно решается на что-то, но потом не может это исполнять. Например, я должен вставать в 4 утра, а встает в 8. Гурупад Падма смеялся над этим. Не Макшама Баба, не Макшама. Затем следующее это Таранга Рангини. Предположим, вы не привыкли, не умеете плавать. И в один день вы отправляетесь на берег моря, и волна моря вас уносит, и вы не можете, уже не ощущаете земли под ногами. И волной вновь вас выносит на океан, на берег, а потом вновь на воду. И вот это называется таранга рангини, приливы и отливы. Когда садак переполнен желанием духовного развития, когда он вовлечен в практику духовную, но его разные волны уносят с этого пути. Волны могут выражаться как, проявляться как желание наслаждения, усталость или что бы то ни было еще. Так вот он танцует под влиянием приливов и отливов. Это очень интересно. Таранга рангини. Жизнь у нас очень коротка, у нас нет возможности в деталях обо всем говорить. Затем анартха неврити, когда ваше сердце очищено от анартх. Когда произошла анартха неврити, сердце ваше чисто и уже ничто не сможет накрыть ваше бхакти. Но также на этом уровне присутствуют сложности. Например, неблагочестивые мысли, наверное, ну, то есть не когда какие-то сложности приходят, наверное, не совсем это понятно. В общем, анартха неврити процесс заключается в том, что человек обретает победу над нежелательными качествами. Kind of
препятствия возрастают из-за неблагочестивых мыслей и неправильных дел. Препятствия приходят от этого, из-за плохих мыслей, плохих дел, и влияют на вас. То есть пять видов страданий погружают вас в проблемы. Первое — это авидья, невежество. Изменить, то есть принимать то, что вечно, то, что временно, принимать за вечное. И наоборот, авидья не позволит вам продвигаться, она оставит вас в дураках. Когда же вы получите милость вайшнавов, авидья уйдет. Имею в виду, когда вы будете познавать науку, данную вайшнавами. Затем асмита. Ложное отождествление себя с грубым телом, иногда с тонким телом, имеется в виду с умом, разумом и так далее. Иногда мы говорим, что у нас материальная асмита, иногда Гурупад Падма говорил мне, что у тебя джара асмита. То есть имейте в виду, что человек неправильно отождествляет себя. Например, вы, кто-то заявляет, о, я ж профессор, ты что, собираешься рассказать мне, как надо жить? Рага. И анурага существует. На оре мы говорим. На оре это слово говорится, означает гнев, но тут другой перевод. Влечение. Когда вы будете испытывать бесконечное влечение, это называется анурага. И рага — это привязанность. Вот эти, в контексте этих привязанностей это пропустила немного. Следующий — это деша. Гнев на тех, когда на какие-то обстоятельства или на любые вещи, которые запрещают, не дают мне наслаждаться. Например, кто-то хотел принять саньясу, я говорю, что ты не должен это делать, и тогда он злится на меня, начинает видеть меня как своего врага, потому что я
останавливаю его, предотвращаю его от следования ложному пути. В Гите также сказано: у вас есть какие-то желания, чтобы исполнить? И когда какие-то препятствия на пути к исполнению возникают, вы это называется, то есть вы злитесь, это деш, и это называется деха, деша. Когда влечение к материальным наслаждениям тарага, четвертое, а пятое вот деша. Если Гуру Вайшнава нам что-то запрещает делать, человек злится, вот они мне не разрешают делать то, что я хочу. Вот так проявляется это пятое понимание, пятое явление деша. Затем абхинивеша. Абхинивеша означает внимание. Абхинивеша означает, если, допустим, вы должны оставить тело, то есть абхинивеша нельзя назвать привязанностью, потому что привязанность присутствует в раге. А тут речь идет о глубоких переживаниях, о глубокой концентрации на чем-то, что нельзя делать. Неправильная концентрация не может, и это не может позволить нам совершать баджан. То есть, наверное, сосредоточенность на материальном теле, на физическом, на мыслях, на материальных вещах. Препятствия возникают из-за неправильных дел и мыслей. Благочестивость человека возрастает от предыдущих хороших дел, сделанных в этой или в предыдущей жизни, пунья. Но не нужно думать об этом, потому что эта благочестивость также является причиной вашей обусловленности. Пунья, благочестивая деятельность, приведет вас к материальным наслаждениям, она даст вам возможность наслаждаться, вы получите много материального счастья. Не пытайтесь думать, желать пунью, говорить о пунье. Мы, Гаудия Вайшнавы, не заинтересованы в благочестивой деятельности или в греховной деятельности. Оба эти понимания приведут меня к обусловленному состоянию. Они являются причиной моей обусловленности. Таким образом, препятствия возникают из-за наших предыдущих дел, совершенных в этой жизни или в предыдущей. С помощью пуни вы сможете обрести жизнь на райских планетах или наслаждение на материальных, и оба эти варианта препятствия на пути баджана.
препятствия возникают из-за 10 оскорблений. Которые совершаются против имени святого имени Кришны. Есть 32 вида в служении, 32 вида оскорблений в служении Сева Апаратхи. Четвертое. Четыре препятствия возникает от совершения бхакти. Если вы совершаете бхакти, неправильное бхакти, не должным образом. Бхакти. Допустим, вы совершаете бхакти, но в сердце. То есть бхакти танартха. Та анартха, которая возрастает из-за бхакти. Когда мы желаем Лаба Пуджа, Пратиштха. И это большое препятствие на пути баджана. То есть, если вы совершаете баджан с желаниями всего этого в сердце, это принесет вам почтение, деньги, славу и так далее. И таким образом препятствия, возникающие от совершения бхакти, чинят вам препятствия. Много проблем может прийти в вашу жизнь. И после того, как то есть еще также существует 5 видов препятствий, которые мешают преданному встать на путь бхакти, то есть начинающим преданным. О которых уже говорилось. Лая, Викшепа, Апратипати, Кашая, Расавада. Это 5 видов препятствий также. Лая, допустим, вы совершаете харинам. А посреди этого вы чувствуете, что хотите спать. Вы прекращаете повторять, засыпаете, потом вновь просыпаетесь. Это называется лая. Лая. Когда вы поете киртан Бхагаван и слушаете харикатху, опять спать охота. И это не позволяет вам продолжать слушать харикатху. Это большая проблема. Затем викшепа. Как компас. Если вы то есть имеется в виду поддерживать мирское общество, даже если вы совершаете садусангу, то есть общение с преданными.
Или, например, вы, да, точно так же, вы повторяете харинами, думаете о деньгах. Это называется викшепа, то есть я могу получить какую-то пратиштху. В сердце у вас такое желание, мысли такие, и вы повторяете при этом харинам. Викшепа означает поддерживать мирское общение. Вы совершаете баджан, но внутри у вас связь с материальными вещами не прекращается. И это называется викшепа. А пратипати же нежелание совершать баджан, отсутствие наклонности совершать баджан, духовную практику. То есть апротипати означает, что вы первые два фактора осознаете, но они не то есть вы не стремитесь себя исправить. То есть вы осознали то, о чем говорилось выше, но вы не стараетесь себя поменять. Кашая. Допустим, кто-то хочет, кто-то жует бетель долго-долго, а затем плюет на землю. И если вы пытаетесь ее очистить, она не уходит, этот цвет. И вот это называется кашая. То есть иногда вы гневаетесь, не можете контролировать свой гнев. И, то есть вы совершаете баджан, но порой вы гневаетесь. Расасвада. Думать о чувственных наслаждениях мирских, наслаждениях во время духовной практики. То есть вы чувствуете влечение к материальным вещам, вы совершаете духовную практику, совершаете баджан, но тем не менее есть у вас стремление к материальным вещам. Вы совершаете баджан, но тем не менее желания остаются у вас. Таким образом, различные вариации препятствий мы перечислили. Анатха-нивритти уже было обсуждено нами. Ништха также. Зрелая ништха, незрелая ништха, зрелая ништха. Я прошу прощения, я Махарадж не говорил этого. Незрелая ништха не существует, такого понимания, понятия. Тот, кто не идет ни на какие компромиссы, сколько бы препятствий ни пришло на его путь, он не обращает на них внимания. Это есть ништха. Махапрабху говорит, когда кто-то совершает один, два, три, четыре, пять видов преданного служения.
тем не менее, то есть преданный может обрести прему, сколько бы он ни совершал составляющих бхакти, то есть видов бхакти. Но если нет ништхи, нельзя говорить о том, что человек может обрести прему, он не будет успеха в обретении премы. Рай Махашай говорил об этом. Когда препятствия, такие как лая, викшепа и так далее, ушли с пути бхакти. Затем садака обретает ништху. И эта штука связана с этой следующей стадией. Стабильность зовется ништхой. И эту ништху можно разделить на две формы. А в второй части говорится, что повторение святых имен, чтение книг, то есть существуют физические и ментальные препятствия во время медитации на святое имя.
Например, когда вы медитируете на Святое Имя, трансцендентную форму, Его красоту, на спутников, духовную обитель и окружение атмосферы. У человека нет желания к своим, к почтению к себе. Он выражает почтение ко всем, сострадание ко всем, благодарность, контролирует себя и различные другие качества, которые помогают ему в развитии постоянного постоянства в бхаджи, в бхакти, присущее ему. Затем следующее — это ручи. Ручи — вкус. Когда сильный вкус к слушанию, когда сильный вкус к слушанию славы Господа увеличивается, тогда вы не можете стерпеть мирских разговоров. И это состояние называется ручи. И вы не будете принимать ничего, кроме просада. У вас будет лишь вкус к просаду. Ручи к просаду. Таким образом, вкус к воспеванию славы Господа имеет две формы. Первая — выражать равный интерес ко всем аспектам бхакти. Не концентрируясь ни на одном, имеется в виду, что не выражая, не придавая ни одному из них, не выделяя по значимости. То есть имеется в виду в равной степени почитать все составляющие бхакти. И второе — испытывать привязанность, влечение. Выделять, подчеркивать, быть сосредоточенным на чем-то более важном, на каких-то более важных аспектах бхакти. Асакти означает привязанность. Когда вкус к служению Верховному Господу возрастает, становится зрелым. И Господь становится вашей жизнью и душой. И в это время такая сильная привязанность к духовной практике, имеется в виду вот эта сильная привязанность, называется асакти. Когда у вас появляется асакти, слушать славу Господа, вы не можете остановиться. Прити означает любовь. В действительности прити не совсем, это не прямой перевод любовь, это более сложное понятие. Если у вас есть любовная привязанность к жизни в Дхамме,
И бхава, последнее, то, о чем я хочу сказать, существуют различные виды бхавы. Когда асакти соединяется с ручи, появляется сильнейший вкус, спонтанный вкус. Ум, эго. Уходит, наверное, и сердце плавится, и это и есть проявление бхавы. Наша цель. Сейчас я хочу сказать о кое-чем важном. Ашрая Аламбан означает принятие прибежища. Без Кришны мы не можем жить. Он единственный объект нашего влечения, нашей бхавы. Кришна во Вриндаване. Кришна живет во Вриндаване, пребывает во Вриндаване. Для Гаудия преданных, тех, кто Мадхури Раси, для тех, кто в других расах, для них также центральным объектом является Кришна, и Кришна находится во Вриндаване. Йога Саймпад говорит, что Кришна все время находится во Вриндаване. Но мы же видели в Писаниях сказано, что Кришна оставил Вриндаван. Говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. В этом секрет, что Кришна для того, чтобы увеличить бхаву, уходит, покидает Вриндаван. Мы хотим поклоняться Кришне. То есть до 5 лет считается, этот период называется детство. Кумари. К 10 годам называется подросток. Затем кишор. И затем приходит юность. Но Кришна не остается во Вриндаване надолго. До 10 лет. Как же возможно, что мы поклоняемся Кишор Кришне?
Завтра я расскажу об этом в деталях. И в этом вопрос, что Кришна во Вриндаване до 10 лет и 8 месяцев, а затем он уходит в Мадхуру. Но Джива Госвами объясняет, что он никогда не покидает Вриндаван. Но для того, чтобы взрастить нашу жажду, он совершает эти лилы. Таким образом, мы можем заключить, что до 10 лет и 8 месяцев Кришна во Вриндаване, а затем он отправляется в Мадхуру. Но как же тогда объяснить то, о чем мы говорили выше? Джива Госвами Пад объясняет, что это необходимо понимать таким образом, что возрастной фактор 16 лет. То есть вопрос заключается в том, что если мы поклоняемся Кришне 16 лет, он не находится в этом возрасте во Вриндаване. Но Джива Госвами Пад объясняет, что нужно понять, что Кришна — сын царя. Радхарани — царица, дочь царя. Также дочь и сын царя. В Панджабе мальчику 10 лет, но он выглядит как 16-летний мальчик. И Джива Госвами Пад объясняет, несмотря на то, что Кришна покинул Вриндаван в 10 лет и 8 месяцев, но более практично для нас думать, что когда Кришна уходит из Вриндавана, в это время его тело уже полностью зрелое, и оно привлекательно для женщин. Он уже достиг возраста кишора. Таким образом, когда Кришна уходит из Вриндавана, в это время тело Кришны было достаточно, то есть оно было уже зрелым. И точно такое же решение мы можем, то есть точно так же можем объяснить вопрос с Радхарани. В 7 лет, в месяц Вайшья, Кришна начал являть кишор лилу. В 7 лет, в месяц Вайшакхи, Кришна начал. То есть тело Кришны было уже достаточно зрелое. Кришна — центральный центр наших обсуждений, и Махапрабху хотел знать о Кришне и Радхаране в деталях и о таинстве Радха Бхавы. И Рерман рассказал о Кришна-татве и Радха-татве. Я должен сказать о главных вещах, которые необходимо знать на пути вашего баджана. Адоданам дантай ридам джачи пунаха пунаха симадапу рупа падамбуджа дхули сан джанма джанмани Адоданам стринам дантай ридам джачи пунаха пунаха
Симадрупападамбуджодхули сан джанма джанмани ванча калпатурвасикипасиндхи бхавиша патитананг бхавана бхавишна бхио намо.